делать правильно, но он один на... Ну, хотя бы покраску подгоним. Я запись запустил просто. Так, для двойного, значит, фургон. Сцепка STA, это двойная. Дальше сцепка STA остается. А, кстати, а если убрать, что тип 2 тут есть? Ну да, вот тип 2 стоит. А он по умолчанию стоит. Когда двойную ставишь. Так, вот теперь покраска самая веселая. А, ну она у меня и стояла. Давай нижняя, Swift. Да, Swift. А квадратики у меня первый черный. Первый черный, второй синий. Второй синий, ну насчет тонов я, конечно, не знаю. Сейчас я тебе все скину. Так. Третий белый и четвертый красный. Так, слушай, а вот эти вот всякие примочки, там, юбки, худ. Я ничего не делал, вот я просто подкрасил. То есть оставить на усмотрение? Да. Ну там сам смотри, хочешь пойти мистер, выйдет красиво, сделал. Да вряд ли выйдет. Да, сейчас, значит, выхожу и скину тебе 4 блоки по цвету. Давай. Да ты сверни, или нельзя сворачивать? Это дорога не будет. А я тебе подскажу, как это делается. Если не выйдешь, я подскажу. А, кстати, с юбкой даже неплохо. Правда, с ними есть особенность. Их надо ставить на каждую сторону вручную. Юбки? Да. Так, это надо по цветам скидывать. Давай. В личку все отправил. В личку или в беседку? Ну, в личку. Ладно, сейчас. А, вон они пришли. 4 фотографии. Ну да, с юбкой оно как-то покруче будет. Печалит только, что у нее поворотные оси. То есть задом, да, реально не припаркуешься. Можно же это выкрутить. Да это понятно. Ладно, я тоже... Так, сейчас подожди, не уходи, кое-что спрошу. То есть это имеется в виду не то, чтобы официальная, только официальная покраска? Ну, да, я так думаю, что отчет добрый. Ну, пусть будет чисто официальная покраска, просто мало ли хочу вызвать. Это разное можно сделать. То есть, получается, прицеп на ваше усмотрение, а покраска как на картинке. Машина официальная покраска и прицеп официальная покраска. Все, я тебя понял. Давай так попробуем. А там кто во сколько раз пустит. Ну да, сейчас только посмотрю. Да, надо покраску глянуть. В Америку тем более маловато, как-то породу. Там уже берем двойной, берем тройной и пускай. Так, черный, понятно. Так, я тебе уже не нужен, пожалуйста. Давай, да, спасибо. Я тогда вам быка пока. Красный вверх. Это лучше на компьютере, короче. Нихера не видно, нихера не слышно. Закрыть же сказал. Так, тут что? О, заморгал-то, как я думаю. Сейчас мы по
Окраску сверим. Белый. Белый чуть-чуть темнее. Примерно. Хотя в чем разница, не вижу. Ну, пусть будет. Так, и потом красный. Красный. Наверх и наверх. Все. Как-то так. Так, в общем, тема такая. Прицеп ставим такой. Покраску, по крайней мере. А прицеп и его тюнинг, всякие там юбки, хрюбки, фонарики, это уже на ваше усмотрение. Колесики. Все это на ваше усмотрение. А покраску именно вот как на видео. Сейчас добавлю, сделаю все как надо. Все, всем спасибо.